Привет, друзья! Приветствую вас у себя на канале. С вами хочу поделиться вкусным, сытным и в то же время быстрым приготовлением салатом Наполи. В предпраздничные дни хочется приготовить что-то быстрое, но очень вкусное. Салат я готовлю по-своему, добавляя очень вкусный ингредиент – грецкие орехи. А перед тем, как начать, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Для салата нам понадобится отварная куриная грудка, отварная фасоль, у меня здесь красная фасоль, можете взять консервированную, из зелени укроп и кинза, и 3 зубчика чеснока. И, конечно, я добавлю грецкие орехи. Грецкие орехи подходят и к мясу, и к фасоли. И салат получается очень вкусный. Из приправ добавлю красный острый перец и сушеную аджику, черный и белый перцы. Первым делом нарезаем куриную грудку. Куриное филе нарезаем крупно. Так и красиво виднеется в салате и чувствуется под зубами. Получается очень вкусно так. После нарезки маринуем мясо. Я добавляю острый перец крупного помола и аджику. Аджика на любителя, мне нравится с мясом. И все хорошенько перемешиваем, чтобы на каждый кусок мяса попала и аджика, и острый перец. Так получается в салате вкусно. После того, как мясо хорошо перемешали с приправами, добавляю фасоль. И нарезаю грецкие орехи. Грецкие орехи нарезаю немного крупно, немного мелко, чтобы чувствовалось под зубами. И добавляю к салату. Нарезаем зелень. Удаляю такие крупные корешки. И добавляю нарезанную зелень к салату. После того, как добавили все ингредиенты, солим по вкусу и добавляем перец. Все хорошенько перемешиваем. Уже хочется кушать, потому что очень вкусно пахнет и красиво. К салату добавляю майонез. У меня майонез домашний. Рецепт майонеза есть у меня на канале в разделе «Соусы». И готовим соус. На 3 ложки майонеза добавляю чеснок. Все хорошенько перемешиваем. И добавляю в салат. Салат практически готов. Все хорошо вместе перемешиваем. Наш салат уже готов. Он готовится очень быстро, но получается очень и очень вкусный салат. Благодаря фасоли и мясу он получается очень сытный. Готовьте и вы по моему рецепту. А кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Очень приятно получать обратную связь. И всем пока-пока.